Сделать свой IT-проект узнаваемым и популярным и узнать, с чего нужно начинать бизнес в сфере высоких технологий. В Минске сегодня открылся молодежный IT-форум. В новом бизнес-инкубаторе парка высоких технологий эксперты и предприниматели фактически дали будущим айтишникам пошаговую инструкцию к действию. Здесь же прошел конкурс молодежных проектов. Он стал еще и финалом IT-кластера проекта «100 идей для Беларуси». Победитель уже этим летом отправится в Хельсинки представлять нашу страну на международной IT-конференции. Что такое бизнес-инкубатор в IT-технологиях? Это помочь ребятам, талантливым, амбициозным ребятам, создать свои компании. Свои компании, которые будут дополнительно к уже имеющимся выходить и на внутренние, и на внешние рынки. Это в этом вот, ну, как говорится, и фишка. С каждым годом мы отмечаем, что даже в конкурсе «100 идей для Беларуси» все больше и больше проектов именно IT-направленности. Сегодня наша молодежь заинтересована в том, чтобы создавать программное обеспечение, софт, мобильное приложение. Здесь же начинающие программисты познакомились с теми, кто уже сегодня формирует не только белорусский, но и мировой IT-рынок. Вопросы экспертам можно задавать и через соцсети. Для форума придумали и свой хэштег.